Итоги среды подведем вместе. Меня зовут Егор Матаев. Как всегда, в начале выпуска коротко о самых актуальных темах к этому часу. Вопиющий случай в Горно-Алтайске. В сеть попало шокирующее видео, где фармацевт издевается над пенсионером. Сотрудник аптеки поливала пожилого мужчину из аэрозольного баллончика. Следственный комитет начал проверку. Зима застала барнаульцев врасплох. Снег и дождь стали причинами аварий на федеральных трассах. Готовы ли барнаульцы к похолоданию? Люди предусмотрительно едут уже в течение 2-3 недель, активно перебываются. Но вот эти 2 дня они более активно поехали, потому что на улицах гололед. Новая система обращения с коммунальными отходами начинает работать в Алтайском крае. Пока в пилотном варианте. За каждой территорией закреплен региональный оператор. Что думают жители о работе такого проекта? Даже если много сильно пакетов, то есть машина может повторно вернуться. Допустим, до этого компания машина не возвращалась. То есть забитая машина, остались там 5, 7, 8, 3 мешка, они не возвращаются. У нас здесь такого нету. В начале выпуска расскажу об очередных кадровых изменениях в регионе. Губернатор Виктор Томенко назначил новых руководителей в правительстве Алтайского края. Виктор Читошников назначен руководителем инспекции по контролю в области градостроительной деятельности. Начальником управления имущественных отношений с 12 ноября стала Елена Зинкова. Также руководителем инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок назначен Дмитрий Малыхин. Должность руководителя инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники занял Александр Фунтиков. Депутат Госдумы Российской Федерации от Алтайского края Даниил Бессарабов с рабочим визитом посетил Алтайский район. Народный избранник встретился с активом района, а также побывал на нескольких предприятиях. На встрече с жителями села Старобелокуриха обсуждался вопрос перевода ФАПа на газовое отопление и строительство поликлиники в селе Алтайское. Также жители особенно сильно волнуют рост цен на ГСМ. В ходе поездки Бессарабов посетил ряд предприятий района. Среди них полностью восстановленный животноводческий комплекс, на реконструкцию которого потратили 37 миллионов рублей, а также бывший винзавод, где сейчас производят питьевую воду, которая соответствует международным стандартам. Надо признать, что район в этом смысле становится интересным для инвесторов. Инвесторы не только алтайские, не только сибирские, но и из других территорий уже для себя отмечают то, что да, можно зайти в территорию, можно привлечь достаточно квалифицированную рабочую силу и в итоге получить продукт, который будет конкурентоспособным. Следственный комитет по Республике Алтай начал проверку по сообщению об издевательствах над пенсионером в аптеке. Напомню, в сеть попало шокирующее видео, где фармацевт брызгает освежителем воздуха в пенсионера. Инцидент прошел в одной из аптек Горно-Алтайска. Пенсионер прикрывался руками, но противостоять девушке не мог. Лишь просил прекратить издевательство. Все происходящее в прямом эфире транслировала некая Анастасия Г. на своей странице в Инстаграм и поддерживала фармацевта. Сам мужчина просил прекратить издевательство. Инцидент вызвал большой резонанс в соцсетях. Давайте посмотрим, как высказались пользователи. Вообще не могу понять, что движет людьми, которые снимают свои преступления на видео. Относись к старикам так, как хочешь, чтобы в старости относились к тебе. Вы только посмотрите на ее отвратительную рожу и смех ее недалекой подруги. Насколько она упивается и гордится своим поступком. Это просто ужасно. Мы узнали у экспертов, что может стать причиной подобной жестокости. Специалисты уверены, корень проблемы в прошлых обидах человека. Все те причины, которые лежали у человека, когда у него что-то не получалось, когда над ним самим издевались, когда к нему проявляли самому жестокость, у него где-то в душе это сохранилось, и он сейчас проявляет такое же поведение в отношении окружающих людей. Полное интервью на тему о том, что толкает людей на жестокие поступки и зачем рассказывать о них публике, выкладывая в сеть, смотрите сегодня в эфире «Катунь-24». Об этом расскажет психолог Андрей Шишмарев в эфире телеканала. Ближайшая программа в 22:20. Не пропустите. А я продолжу выпуск.
Зима застала барнаульцев врасплох. Накануне снег и дождь стали причинами аварий на федеральных трассах. Успели ли барнаульцы подготовиться к зиме, расскажет Екатерина Варкентин. Сегодня на дорогах края первый серьезный гололед. Всю ночь шел мокрый снег, а столбики термометров опустились ниже нуля. На дворе ноябрь. Казалось бы, самое время ждать зиму. Однако многих жителей края сегодняшнее похолодание застало врасплох. Все еще ходят в легкой одежде. Некоторые не успели купить теплую обувь. Ну, надо было заранее готовиться и теплее одеваться, чтобы не мерзнуть, вот как я сейчас. Очень скользко. Очень скользко и не посыпано ничего. Мороз сегодня стукнул. Ну, ничего не сделаешь. Шел в магазин, а оказался в травмпункте. Это заведение сегодня тоже популярнее, чем обычно. Только в первую городскую поликлинику обратились сегодня 10 человек. Врачи говорят, травмы от падений чаще всего получают женщины, дети и пожилые люди. Пошла в магазин, да это, на лед стала, да и упала. Вот гололеды стала, на лед, да и упала. Мужчины в гололед чаще всего ломают лодыжки и голеностопный сустав, а женщины – руки. Обувь не соответствовала, и сами, так сказать, не были на стороже, падают и, как следствие, ломает руку. И так в такие дни бывает народ, но вот так, чтобы переломы, вот именно, что типичны для гололеда, сегодня, конечно, мы почувствовали. Погода заставляет переобуваться не только пешеходов, но и водителей. Сегодня в шиномонтажных мастерских тоже настоящий аншлаг. Люди предусмотрительно едут уже в течение 2-3 недель, активно перебываются. Но вот эти 2 дня они более активно поехали, потому что на улицах гололед. По словам работников шиномонтажной мастерской, многие автолюбители уже переобули машины. Оставшихся же ждут в ближайшие дни. Наверное, поэтому большинству водителей первый гололед не страшен. Не сильно сегодня много так было аварий. Просто что все осторожно ехали и пробки были с утра. Да. Когда переобулся утром и поехал к вам сюда в Барнаул, я с Калмонки. 30 октября на территории города Барнаула зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили телесные повреждения. 31 октября на территории города Барнаула зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями в виде дождя, мокрого снега, гололедными явлениями, госавтоинспекция города Барнаула призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах. В ГИБДД просят водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями. Пешеходам же напоминают о необходимости быть максимально бдительными. Именно в дни первого гололеда максимально высокая опасность получить травму. Екатерина Варкентин, Сергей Седых, новости. Какие правила должны соблюдать автомобилисты во время гололеда? Недорожники, ни тем более новые шины не позаботятся о безопасности лучше, чем сам водитель. Прежде всего, постараться не превышать скорость, а напротив, снижать ее. Соблюдать дистанцию, увеличить боковые интервалы и интервалы до впереди идущего автомобиля. Кроме того, в гололед нужно быть внимательным и к встречным автомобилям. Особенно бдительным нужно быть на пешеходных переходах. Когда ты останавливаешься перед зеброй или перед впереди остановившимся автомобилем, то надо сделать большую дистанцию. Для чего? Если сзади едущий водитель не может остановиться в силу каких-то причин, у тебя есть время немножко подвинуться вперед, помочь ему, ну и, соответственно, помочь своему автомобилю, чтобы его не разбили. Особо внимательными нужно быть перед пешеходными переходами. Тормозить необходимо в 7 метрах от него. В таком случае, если следующий за вами автомобиль не успеет затормозить вовремя и врежется в вас, пешеход не пострадает. Также о том, как правильно ездить на автомобиле, когда скользко, и что делать, чтобы не стать героем Дня жестянщика. Об этом расскажет Лариса Мищенкова, директор Барнаульского центра высшего водительского мастерства. Смотрите интервью дня сразу после выпуска. Карманницу, промышлявшую в магазинах, задержали полицейские региона. В течение сентября и октября в городские отделы полиции обращались граждане с заявлениями о краже кошельков, сумок и денег. По данным оперативников, карманница работала в Барнауле и в других городах России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая 25-летняя уроженка Иркутской области. Девушка призналась в преступлениях сама и рассказала, что кражи она совершала в магазинах и автобусах. Потерпевших она выслеживала в банках, почтовых отделениях, магазинах и транспортных средствах.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 пункту Г Уголовного кодекса Российской Федерации. Также данная гражданка подозревается за аналогичные преступления в других регионах Российской Федерации. Превышение должностных полномочий и кража. В Алтайском крае трое бывших сотрудников службы исполнения наказаний признаны виновными в хищении древесины. Теперь им грозит условный срок, возмещение ущерба и запрет на работу в госорганах. Похищенную древесину бывшие сотрудники службы исполнения наказаний сбывали местным жителям. Теперь двоим мужчинам грозит наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и возмещение ущерба около 1 миллиона рублей. А третьему обвиняемому запретили осуществлять деятельность и занимать должность в органах уголовно-исполнительной власти. Следствием и судом установлено, что в 2016 и 2017 годах сотрудники службы исполнения наказаний, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, организовали силами осужденных незаконную рубку принадлежащих к муниципальному образованию деревьев породы береза, осина, сосна и тополь, которые произрастали на территории Калманского района. Новая система обращения с коммунальными отходами начинает работать в Алтайском крае. Пока в пилотном варианте. За каждой территорией закреплен региональный оператор. Он проводит сбор, транспортировку, обработку и утилизацию твердых коммунальных отходов. Какую пользу это должно принести, расскажет Вадим Слюсарев. То есть это вот рыбы вот такие вот. Такие вот шкурки, отходы мы такое не можем, потому что у нас хозяйство, мы это все хозяйство отдаем. А все остальное Елена Аверина складывает в специальные зеленые пакеты. В поселке Мохнатушка мусор забирают на дому. Местные жители покупают в магазине пакеты и в определенный день недели выставляют их рядом с домами. Ну а дальше мусором занимается региональный оператор. Даже если много сильно пакетов, то есть машина может повторно вернуться. Допустим, до этого компания машина не возвращалась. То есть забитая машина, остались там 5, 7, 8 3 мешка, они не возвращаются. У нас здесь такого нету, то есть у нас, если, допустим, даже 2 пакета осталось, то есть машина по новой возвращается. Такой способ вывоза мусора называется бестарным. Он удобен для сельских жителей. Один пакет стоит 35 рублей. В эту сумму входит и оплата вывоза. Получается, что каждый житель поселка платит столько, насколько намусорил. Мохнатушка – одна из первых территорий, где начал работать регоператор. Пока в пилотном варианте, а с 1 января уже на постоянной основе и в коммунальных платежках появится новая графа. Услуга регионального оператора, она называется обращение с твердыми коммунальными отходами. Оплата будет производиться через систему «Город», через пункты приема оплат. Начисление осуществляется по количеству зарегистрированных лиц. Региональные операторы пакеты будут выдавать уже бесплатно. Для сельских территорий характерна разница между прописанными и фактическими жителями. Поэтому местные советы самоуправления проводят перепись, чтобы сельчане не переплачивали. Сейчас в Мохнатушке из 120 домовладений договоры на вывоз мусора есть у 80. Пробный вывоз мусора был бесплатный в течение месяца. И люди, вот пока мы ходили, разговаривали с ними, много негатива было, что мы вот вывозим, мы сжигаем, мы еще что-то с ним делаем, мы закапываем. Но как бы вот в течение месяца, когда люди видели, что это регулярно делается, машина приезжает, забирает, увозит, и это чисто, то есть... На протяжении остальных, ну, месяца 3, люди дошли все на 100% оплаты. Сейчас для барнаульцев предполагаемый тариф на вывоз мусора 66 рублей 82 копейки. Для близлежащих краевой столицы районов чуть меньше 50 рублей. Со следующего года он может измениться, однако, как нас заверил представитель компании, заметного роста тарифов не будет. Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс, новости. Натюрморты и пейзажи созданы непрофессиональным художником. Юлия Аверина открыла свою первую профессиональную выставку в арт-галерее «Бандероль». Первый раз Юлия взяла в руки кисть около 10 лет назад. Основательно же занимается творчеством только 3 года. Признается, писать с натуры, выезжая на пленэр, пока не удается. Слишком сложно. Но это следующий этап в ее художественной карьере. На выставке представлены работы, которые Юлия писала по фотографиям. Это копии цветочных натюрмортов венгерского художника Габорта Тота, а также русские церкви. Оценить картины можно до 18 ноября.
Это так неожиданно, мне предложили буквально полторы недели назад. Сама бы я, может быть, никогда на это не решилась, а друзья-художники организовали и просто поставили перед фактом, что вот завози картины и произойдет выставка. Усы, лапы и хвост. И главные документы. Первое кота-кафе откроется в Барнауле. Заведение будет называться «Никамур». Кота-кафе будет работать в формате тайм-кафе. Платить посетителям нужно будет не за еду, а за время, проведенное в заведении. Постоянными четвероногими жителями кота-кафе станут постояльцы приюта «Ласка». В кота-кафе можно не только пообщаться с питомцами, но и забрать пушистого друга к себе домой. В приюте надеются, что кота-кафе поможет пристроить животных. Открытие пройдет сегодня в 15 часов по адресу Красноармейский, 75В. Ровно месяц до зимы. 1 декабря в крае стартует первый праздник зимы «Алтайская зимовка». В этом году он впервые пройдет на Бирюзовой Катуне. В этом году одним из ключевых элементов праздника станет большой каток для всех гостей праздника. А небо над Бирюзовой Катунью украсят показательные выступления спортсменов-мотопарапланеристов. В программе также анимационные детские площадки, концерт, выставка, ярмарка, мастер-классы. Ежегодно на празднике работают фотозоны с хаски. Добавлю, праздник «Алтайская зимовка» приурочен к прилету на Алтай лебедей. Каждый год поздней осенью в Советский район Алтайского края на зимовку прилетают сотни лебедей-клюкунов, чтобы здесь, на незамерзающем озере, переждать суровую зиму. Туроператоры организуют экскурсионные поездки на Лебединое озеро из разных городов Сибирского федерального округа. Как дерутся десантники, ракетчики и танкисты? Увидеть это зрелище своими глазами смогут все желающие. Завтра в Барнауле пройдет турнир по армейскому рукопашному бою. 1 и 2 ноября состоятся соревнования. Кубок Вооруженных сил Российской Федерации на призы Героя России, уроженца Барнаула Владимира Шаманова. Турнир является крупнейшим событием в этом виде спорта в стране. А в 2015 году был признан лучшим в России. Спортивное мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Победа». На площадке встретятся 120 человек из 12 регионов. Все они действующие десантники, пехотинцы, разведчики и представители спецназа и другие. Барнаулец Дмитрий Гребенников заслужил звание мастера спорта России по альпинизму. Он стал одним из трех спортсменов в своей дисциплине, которые удостоились почетного звания. Накануне в Министерстве спорта страны вышел соответствующий приказ. Дмитрий Гребенников – член сборной России, финалист Кубков мира. Он занимает 9-е место в призовом рейтинге ледолазов. На этом выпуск завершен. Спасибо, что провели этот день с нами. Еще больше новостей всегда доступно на нашем сайте katun24.ru, а также в группах телеканала в социальных сетях. Предлагайте свои темы, а самых интересных узнает весь Алтайский край. С вами был Егор Матаев. Хорошего вечера и до встречи завтра.